have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Дорф Романтик. Не знаю, чем меня привлекла так эта игрушка. Во-первых, наверное, тем, что у нее очень сильно хорошие отзывы в Стиме. Во-вторых, то, что она мне картинками напомнила Islanders, игру, которую мы записывали очень-очень давно, практически в начале канала. И потом, когда я пошел немножечко копаться, оказалось, что Steam ее выдает как похожую на Islanders. Но, короче, ладно. Зажмите левую кнопку мыши, передвинуть камеру. У нас есть ромашка. Что мы можем? Первые шаги. Отлично. Меню. Продолжаем. Окей. QE. Это подсказки. Тут птицы летают, смотрите. Мы еще ничего не создали. Птицы летают. Прокрутить колесо. Это отдалить. X. А, вот как это. Ага, видите, вот так это будет совпадать. Нет, погодите, вот. Нет, вот. Назад. Теперь. Во-во-во. Теперь поле. Ну, чтобы поле тоже совпадало. Может быть, нам его. Давайте вот так сделаем. Блин, а это прикольно. А так домики совпадают. Пусть. Тогда тут у нас поле не совпадет. Давайте вот так. А, это. Это получается некая такая пазл-игрушка. Давайте пробовать, давайте, я не против. Здесь вот можно поле закрыть. А, дома. Давайте вот так создадим сельскую местность. О, класс! У нас... А, поля вот тут. Плюс 2, плюс 3, плюс 3. Можем вот тут их зациклить. А так у нас и поля, и лес закроется, смотрите. Да, давайте. Так-то по-хорошему. Домики или это, да? Вон у нас есть кусочек с полями и домиками. Мы можем потом его туда подкинуть. А вот этот мы можем пока сделать вот так вот. А вот этот... Вон есть еще с тремя домиками, смотрите. Там есть еще с кусочком поля. Не хотелось бы их запирать тут. Ну давайте. Ну хорошо, вот так. И вот так вот сделаем. Еще домики. Ну, домики у нас в эту сторону пойдут. Блин, не знаю, мне нравится такое залипалово. А у нас есть какая-то цель? А, у нас есть количество плиточек, да? А, минуточку. В результате завершения предыдущего задания появился флаг, который означает, что, закрыв данную группу плиток, вы получите дополнительные очки и плитки. Почему я сразу это не прочитал? Я что-то увлекся так. Значит, группа полей считается закрытой, когда больше нет возможности ее расширить. Наведите курсор на флаг, чтобы подсветить.
оставшиеся открытые, где надо разместить плитки. Вон там. Я понял. Хорошо. Значит, по домам мы можем пойти вот сюда, наверное. Мне нужно кусочек поля там завершить. Теперь я вижу, что у меня вон там неудачно стоят дома, и это нужно было изначально делать по-другому. Вот так они соединяются. Хорошо. Кто ж знал? Ну, ладно. Вот тут можно сделать... Вот, видите, теперь... Что это, минуточку? Железнодорожные пути и участки с водой имеют ограничения по размещению. Их концы должны вести только в подходящие типы плиток. Это понятно. Для наглядности во время обучения недоступные места недопустимые места помечены красным. То есть сюда я не могу поставить, потому что гладиолус. Может быть, мы ЖД поставим вот тут пока что. А речку... Вон у нас, видите, следующая и ЖД, и речка. Давайте мы речку вот сюда. Я вообще думал, что сюда хочу поставить, чтобы они расходились вот так. Ну, она так не крутится. Ладно, давайте сюда. Поля... По полям, по полям. Ставить негде их уже нам. Десять и десять. Давайте поля в ту сторону будем развивать. Кусочек домов мы можем... Вот так вот их сделать. Смотрите, оно вроде сходится. Как бы нам поля-то лучше сделать? Давайте туда пойдем с полями. Новое селение там можно сделать, опять же. Или же... Только поля тут у нас уже не сходятся. Тут и домики, и поля. Хорошо, пусть там будет небольшое поселение. Сделаем, наверное, вот так. Угу. Если все шесть сторон плитки совпадают с соединенными, считается идеальным размещением. Давай дополнительные очки еще. А-а-а! Идеально, спасибо. First steps, первые шаги. Но плитка разблокирована, мельница. А, я теперь типа снова... Настоящий ценитель, водный мир. Погодите, погодите, это... Ага, ага. Завершите 5 игр подряд, набрав по меньшей мере 5000. Я начал потихонечку понимать, как это делается. Водный мир, сформируйте акваторию, состоящую по меньшей мере из 15 плиток с водой. Фига себе. Так, ну хорошо. Лес идет лесом. Давайте пробовать как-то все это... Но будет вот тут сочетаться или нет? Ну-ка. Эта территория зовется акватория. Лес хочу я. Давайте вот так сделаем. Вот, отлично. Теперь воду можно пустить в эту сторону. Угу, хорошо. Домики. Давайте деревьями в ту сторону, наверное. Поле будет уходить в эту сторону. Идеально, отлично. Воду в
Вот сюда. О, вот. А вот так неплохо. Да, давайте. Лес закинем сюда. Супер. Во-во-во-во-во. Начало складываться, вырисовываться. А будет ли у нас потом кусочек? Нет, наверное. Да даже не знаю. Мне тут оно, честно говоря, ни туда, ни сюда. Ну, давайте. Мне не понравилось, как я его поставил. Так, здесь я его не могу никак втырить. Вот эта плитка, она вообще никакущая сейчас, к сожалению. Может быть, вот так сделаем? А давайте, что я теряю? Ну, якобы теряю, да, но... Фиг с тобой, золотая рыбка. Можно вот так? Да, вот так я получаю себе... И вон туда можно будет кусок поля сейчас втырить, вот этот. Вот, смотрите. Задание провалено. Ну, блин, сорян. Что-то я, видимо... Всегда ты, блин, оно... Ого, это сложно. Окей, я понял. Тут кусочек дерева мне мешает, а тут я не могу поставить. Ага, давайте вот так. И вот так. Да, но мне там где-то не уперлось, но что поделать. Новые кусочки фермы у меня опять получается никудышний. Блин, это нужно хорошенько подумать. Акваторию давайте пилить вот здесь. Лес продолжим тут. Просто кусок леса. Хорошо. ЖД. Блин, ЖД. Ну, давайте оно там будет. А куда я его потом? Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Черт, просто кусок поля. В общем, ладно, нужно для них оставлять сформированные эти. Давайте поля сюда же дальше лепить. Кстати, прям хорошо. Но акваторию придется аж сюда продлевать. Мельницу. ЖД в ту сторону уходит. Идеально, супер. Вообще офигенно. ЖД с полем. Так. Таунсвиль. Я был на самом деле. Тут у меня тоже городочки-то есть, который разрастается. Можно плюс 10. Хорошо. Так, кусок фермы еще.
Ферму в эту сторону можно попробовать развивать. Тут один кусочек, правда, это немного. Блин, я бы на самом деле... Так, там у нас речки не хватает. Речки не хватает. Отлично. Застроечку делаем. Неправильно делаю застройку, я это, конечно, понимаю. Давайте по меньшей мере одну плитку с водой, чтобы завершить задание. Я понял, хорошо, постараемся. Давайте сюда в поля дальше пойдем. 21. По ту сторону ЖДшки тут 16 будет. Тут 20 будет. Плюс 20, плюс 21. Ну, давайте сюда пойдем. Кусочек поля, кусочек леса. Сюда не могу по понятным причинам. Можно... Черт, а там у нас уже тоже все... занято. Так, там будет речка. Давайте вот это поле тогда закроем. И тут у нас будет кусочек леса еще. Так, воду. Воду нам сюда. Отлично. Жителей. Так, ЖДшка у нас идет дальше. Ну вот сюда вот надо что-то... Три, давай по меньшей мере три железнодорожных. О, речка. Вот она у нас выворачивает. Хорошо, она должна дальше сюда идти. Вот у нас городок тут строится. Супер. Закроем тут поле и откроем лесополосу. Было бы неплохо. Или, по крайней мере, поле пустим в эту сторону. Давайте. Да. Угу. Вот так. Почему он мне тут говорит, что я тут что-то испорчу? Я пока вот эту механику не очень понимаю, как она работает, поэтому... Так, тут у нас лес. Давайте вот так вот сделаем. Неплохо. Тут кусок леса. Можно, кстати, его вот сюда вот. Угу. Речку продолжим в эту сторону, чтобы у нас выход был. Кусок поля. Поле можем сейчас только сюда продолжить. Печаль, но ладно, что есть. А это завершит нам... Угу, я понял. Блин, а оно такое тогда будет... Никакое это поле. Хорошо. Тогда получается кусок реки. Тут же Д. Нам туда вообще не надо на самом-то деле. Можно сделать вот так. Угу. И... Вот так. Слушайте, а вообще неплохо получается. Так, супер. У нас осталось 43 плиточки. А где нам узнать классический режим? Где нам узнать, собственно... А, вот это наше задание на сегодня со всегдатой. Водный мир и настоящий центр.
посмотрим еще, как это работает. Я еще не до конца в теме, извините, ребят. Но выглядит это классно. Так, тут у нас дома на окраине. Неплохо, кстати, получилось вроде как. Вот сюда можно поле вкорячить. Продолжение реки с полем, что тоже неплохо. Да, давайте, оно сюда же пойдет. Вот так можно. Надо же еще, так понимаю, на грунт смотреть, поэтому... Так, водичку. Водичку можно по... Во, идеально, супер. И тут у нас выход на поле получился. А вот это... Вот тут корячий. Новая плитка разблокирована. Пересадочная станция. Чемпион 1. Получить. Отлично. Так, а я могу дальше продолжать. На этом микро у нас не заканчивается. Давай сюда. Нам бы вот сюда дальше ЖД закинуть. Я был бы не против. А вот она, кстати, у нас и пойдет потом дальше. Так. Это как раз вот так вот. Супер. Давайте по центру, я так понимаю, она станет у нас. Сюда. О, супер. От речки. От речки у нас там прям истоки идут. Ну хорошо, давайте расходимся дальше. Лес сюда. Вот это неплохо. Угу. Оно так пересекается только с этим, да? Нам бы вот сюда что-нибудь. Сюда можно, ну ладно, сюда пока подождем. Можно вот так. Оно у нас неплохо продлить. Теперь завершить бы, да, завершить водную композицию. Во, прям хорошо стало там, где надо. Блин, вроде да, вроде и нет. А ну не знаю как-то. Ну давай вот так. Вот сюда еще. И вот так вот сделаем. Все, хорошо. Не так, как я хотел, но стало, так что ладно. Так. Куда это можно бы? Сюда лес бы надо бы, наверное. Слушайте, слушайте, вот сюда вот можно. Да. Во, вообще хорошо. Теперь. Поля мы там закончили. Мы можем, наверное... Вот сюда вот немножко пойти. Не идеально, но пойдет. Давайте вот сюда. А вот сюда нам еще железку надо будет как-то пихнуть. Но я не знаю, где столько деталек найдут подходящих. Так. Кусок города можно, кстати. Вот сюда. Тут тоже кусок города и деревьев. Я, в принципе, не против. Так, вот это вот у нас хорошо станет. И нам еще вон третья плиточка отсюда, видите? Там прям неплохо будет. Так.
Город у нас неправильно разрастается, не так, как мне надо. Это печально. Ну хорошо, задание выполнено. Так, давайте тогда речку, куда мы можем... А, у нас тут речка с железкой. А, нам бы по-другому это сделать. Черт, нам придется вот так, потому что другого пути у нас, собственно, и нету. Кусок воды, который я сейчас вот тут вот закрою. Во, хорошо. Ну, вот тут у нас прогалина такая получилась. Не очень хорошая. Ну, блин, на самом деле, мне все равно нравится. Вот сюда. Давайте. Я не против, он идеальный кусочек получился. Так, где я могу... Мне там надо было... Вот там мне надо железку будет делать. Давайте закроем пока что. Железка еще и сюда идет. Ну, блин, как-то... Где мы еще с полем? А, там я не могу даже состыковать. Можно вот так вот, кстати, сделать неплохо. Кусочек, кусочек, кусочек. Речку пустим. Сюда, наверное. Там кусок леса можно будет. О, новый биом. Офигенно, ландскейпер. Получить. Ну это прям ничего так. Ничего так, прям ничего так. Так, тут еще 12 надо. Я бы на самом деле не сильно бы... Извиняюсь. Расширял бы прям вот так вот. Но... Тут ничего не поделаешь, кстати. Тут два. Давайте вот так. Вот тут закинем мельницу. Блин, а мельницу-то надо было покрутить. Эх, провтыкал. Я что-то поставил ее так на автомате, а не надо было. Идеально, идеально, ничего не скажешь. Просто офигенно, чтоб его. Тут у нас водоемы закрыты. Мы можем сделать, наверное... О, погодите, вот тут. Да. Да, мы можем вот тут продлить водоем. Вот тут его закруглить. Ой, вообще хорошо получится. Вот. Та-та-та-та-та. Стой. А так она в никуда пойдет. Давайте вот тогда вот тут. Просто кольцевая такая получается. Мы там даже ничего с ней не сделаем. Давайте вот так. Вот. Вот это выходит нам куда надо. Отлично. Так себе из меня архитектор. Вот. А тут... Ну, давайте вот сюда пойдем. Тут мне прямой кусочек железки нужен, да? Да, прямой. Тут ничего не поделаешь. Давайте тогда вот это пойдет вокруг. Вот. Давайте. Опа, закрываем. Супер. Кусок леса и дома. Вот тут у меня где-то. Вот сюда прям хорошо подойдет. Погодите, ну идеально же становился, не? Хорошо, давай. ЖД-развязка. А иначе мы тут не выкрутим, мне кажется.
Давай-ка раз. Где у нас там еще лесной массив уходил? Вот, вот сюда. Отлично. Вот, вот это будет получше. Смотреться. Так, нет, это не сюда. Туда мне кусок полей нужен. Идеально, супер. А чё оно так... Так, сюда еще что-то нужно. Так, кусок речки. Кусок речки можно... Ну, давайте, да. У, разблокирована лодочка. Супер. Давайте получаем. Осталось еще 30... Пардон. 30 кусочков. А давайте, оно тут неплохо становилось. Можно закрыть этот ансамбль. Домики в эту сторону? Да, давайте. Зашите группу, разместив плитки на подсвеченных. Вот здесь. А, на, я понял, в чем прикол завершения. Надо, чтобы оно не выходило дальше на продаж. Все, все, все. Блин, это, конечно, очевидно, но почему-то до меня только сейчас дошло. Где у нас там на лес еще выходило? Можно вот сюда вот пойти? А еще одну водяную что-то создать? Ну, как бы можно, конечно. Давай вот сюда. Пойдем, у нас все равно тут водные плитки. Хочу ли я? Давай. Так, лес. Это мне нужна будет вон та плиточка, видите? Сейчас. Вот это мне не нужна будет, а нужна мне будет... Вот это. Вот. Отлично. Теперь мы завершили. Тут оно разорвалось и получилось нормально. Эти поля, правда, такие, они выглядят, не знаю как. Так, а... хочу. Можно вот так, кстати, сделать и сюда потом еще домиков напихать. А, это я сейчас что-то накуролесил лишнего. Ну, давайте тогда вот так завершать композицию. Тут не получится, тут... Давайте вот так. 11. Где у меня еще выход на поля есть? Так, а почему это здесь? Ладно, пофиг. 9. Сюда я теперь ничего уже не поставлю, да? Потому что я тут ЖД себе заблокировал. А, красавец. Так. Речку, речку. Речку можно... Где у нас там выходило? Не, вот тут она лучше смотрится. Смотрите, мы тут русло можем свести. И оно прям неплохо будет. Получается, сюда мне обязательно что-то водяное надо будет. И сюда тоже. Ну, даже не знаю. С одной стороны, конечно, да.
С другой стороны, вообще ни разу. А он сюда не подходит. Я видел, что он сюда не подходит. Поделать я с этим ничего не могу, конечно же. Так, 8 осталось. А мне нужно... Инженер, построить маршрут поезда. По меньшей мере, с 10... Блин, мне еще одна железка нужна. Она у меня будет, кстати. Она у меня будет. Но... Блин, толку мне с этого. Тут у меня все уже закольцовано. Можно в эту сторону немножко пойти. Видите? Я себе сам закрыл железку везде. Я дурак. Я не смогу ее... А, погодите, это не тот кусок. Но мне кажется... Давайте закрывать. Хотя нет, нет, нет. Я смогу. Вот здесь вот. Или же... Давайте... Давайте здесь. Мне нужно будет потом ее как-то или закольцевать, или что-то такое. Посмотрим, как это все пойдет. Так, с куском поля. Блин, 2 тайла осталось. Я себе вот это так и не сделаю. Маршрут состоящий. Ага. Печаль. Не, ну опять же, это первая серия. Поэтому там дальше мы будем посмотреть, как это все делается. Пока что просто учимся. Плитки закончились. Так, а сохранить или попробовать еще раз? Что значит сохранить? Давайте сохраним. Продолжить в творческом режиме. Попробовать еще раз. Пробовать еще раз, это значит, вот по этим заданиям. Ландшафтный дизайнер. Завсегдатай. И победитель 2. Наберите 1000 очков в качестве рекорда. Хорошо, ребят, ладно. Думаю, на этом тогда будем заканчивать. Вы мне тогда, пожалуйста, в комментах напишите, что вы вообще думаете про эту игру. Как вам, что вам? Мне понравилось, я хочу продолжить. Мне нравится, она такая умиротворяющая, спокойная. Мне здесь реально хорошо. Если вам было интересно, то пишите. Если есть какие-то советы по этой игре, пишите. Будет очень интересно узнать. Я уже вижу много своих косяков, которые я делаю. Постараюсь их не делать в следующий раз. Пока что на этом, я думаю, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодышек. Всем покеда.